я скажу так, что, во всяком случае, таких моментов не так много было. Хотя мы 4 гола забили в этой игре. Вот. Но было много борьбы, единоборств. Вот. Ну, острота тоже была, как бы, много стандартов Тосно пробила, не в меньшей степени. Вот. Так, игра достаточно интересная, на мой взгляд, была. И 4 гола все-таки забили. Но единственное, что огорчает судейство, потому что пенальти совершенно не было. Потому что он чисто забрал мяч и даже по ногам не бил ничего. Я не знаю, почему судья принял такое решение. Непонятно. Нужно ему пол поставить за судейство. Потому что с Тосно Спартаком пол поставили судья. Потому что он пенальти неправильно дал и не дал вторую карточку Фернандешу, который грубо атаковал игрока Тосно. Вот, а здесь вдруг тоже как-то непонятно было, что по пенальти вообще просто такие не дают. Вот. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Юрий Кушин, «Советский спорт». В случае победы «Спартака» в Кубке России 6-е место досталось России и Европы. Перед командой стоит задача бороться за это место? Ну, мы пока играем, поэтому сейчас как бы нет такой задачи, чтобы именно 6-е место занять. Да, если удастся, мы будем довольны. Начало понравилось очень, о чем просили, о чем договаривались. Ребята выполняли, забили мяч, еще несколько моментов имели. И потом, соответственно, когда ты акцентируешь на таком активном начале, с такими эмоциями, в какой-то промежуток эти эмоции немножко угасают, так же, как и физические силы. И плюс соперник активизировался и добавил. То есть как раз последние, наверное, 15 минут первого тайма немного подсели, как раз в этот момент соперник и забил. Вышли опять на второй с этим же настроем, забили мяч хороший, в концовке не дотерпели, нелепая ошибка. Себя только можем винить, больше никого. В итоге еще в конце могли выйти вперед. Сдаваться не собираемся. Да, все расстроены очень, для нас каждое очко на вес золота, поэтому терпеть, двигаться и верить в игроков своих и в команду.